Что лучше, iPhone или Galaxy S? Этим вопросом мы обычно задаемся дважды в год. В этот раз речь пойдет о 10-м топ-смартфоне Samsung и яблочном аппарате с индексом 10S. Ну что ж, давайте сравнивать. Внешнее устройство во многом схоже. Стекло спереди и сзади, полированный металлический кант. Все блестит, сверкает и манит. В деталях же между устройствами куча отличий. Например, Galaxy S10 физически больше, но рамка у него не стальная, как у iPhone, а дюралевая, благодаря чему он легче и держать его на весу можно дольше. Оба смарта не боятся влаги и пыли, оба имеют выступающую камеру, только в S10 она широкая и по центру, потому на столе он не дребезжит, в отличие от сами знаете кого. Лоток у iPhone 10s может принять только одну карту, его оппонент без проблем кушает две, либо симку и microSD, либо пару карт сотовых операторов. Девайсы оборудованы средствами биометрической идентификации владельца. Представить современный флагманский смартфон без этого уже невозможно. В обоих случаях есть нюансы. Например, аппарат Apple хоть и узнает вас по лицу и днем, и ночью, но лишен сканера пальца, а после того, как вас распознает, требует провести по экрану, что не всегда удобно. S10 снимает блокировку, как только увидит вашу мордашку, но смотрит на нее он через обычную камеру, и даже после обновления, которое якобы сделало механизм умнее, я все равно обманул его фоткой на экране смартфона. Сканер пальцев у него есть, он живет под экраном, но сильно не любит грязные и покоцанные руки. В итоге при малейших преградах, по его мнению, совпадений в базе отпечатков найдено не будет. Этот же парень имеет визуально заметный изгиб экрана. Большого смысла в этом нет, но если вдруг вы не знали, то теперь знаете. Это ведь круто, знать, что ты знаешь то, чего раньше не знал, и даже не знал о том, что не знаешь, верно? Говоря об экранах, они имеют разные характеристики. Но роднит их то, что это AMOLED производства Samsung. Сами матрицы имеют не строго прямоугольную форму и над ними нехорошо пошутили. Айфону кто-то откусил кусок дисплея сверху, а Galaxy стал жертвой дырокола. Ребята, уберите нахер эту селфи-камеру уже куда-нибудь вместе со своими датчиками хитровы и верните нам нормальные экраны. Ну серьезно. Нервы в коробочку и возвращаемся к дисплеям. Apple попытались сделать ощущение от светодиодного экрана близким к IPS-матрицам. Цвета здесь живут в золотой середине, не клонясь в сторону высокой насыщенности или пастельных оттенков. Samsung предлагает два варианта – кислоту и что-то около цветов хороших LCD. Возможность выбора – это всегда хорошо. Из автонастройки у S10 есть только регулировка яркости. 10S вдобавок предлагает собственную фишку по имени True Tone. Корейцы давно научили свои смартфоны отображать Always On Display, он гибко настраивается и вообще это классно, а Apple никак эту идею не сопрут, и из-за этого где-то в мире грустят маленькие котята, Сережа и Дима. Зато здесь есть 3D Touch, который вызывает контекстное меню и позволяет быстро просматривать фотки в галерее и, например, Инстаграме. По максимальной яркости Samsung увы сливает, по минимальной при учете понижения точки белого на iPhone тоже. Отличия небольшие, но они есть. По углам обзора яблоко тоже тащит. Как видите, при наклоне, когда дисплей S10 уже немного зеленит, экран 10S заметных искажений не имеет. В общем, я не отбиваю, куда смотрит дисплей Mate и как они оценивают экраны, если более новый AMOLED в смартфоне Samsung объективно хуже, но при этом, по их мнению, он лучший на рынке. За производительность аппаратов отвечает очень разное железо, но оно в обоих случаях обеспечивает исключительный уровень быстродействия, что в повседневном софте, что в играх. Вопрос того, что будет с этими смартфонами года через 3, все еще актуален, но на данный момент объективного преимущества у iPhone нет. Во всяком случае, органами человеческого восприятия оно не ощущается. PUBG Mobile работает на максимальной доступной графике и не портит нервы внезапными фризами в самый важный момент. Вот Blitz тоже не тупит на топовых настройках, пускай они на iOS и Android несколько и отличаются. В любом случае, выписывая звездюлей на T34 Falcon на любом из смартфонов, ты получаешь массу удовольствия, в частности эстетического. Переходим к автономности. Пока вы уже пишете в комментариях, что Android автономнее яблоки, в S10 аккум больше, а еще всякие методы сбережения энергии, и вообще я скажу вам вот что. Банальный набор этого сценария и мессенджеры в пути на работу на S10 съели 40% батареи. На
На iPhone 15. 10S я редко заряжаю каждый день. Galaxy, если не падал на зарядку ночью перед сном, то делал это вечером того же дня, либо же на правах исключения в полдень следующего. Я даже не знаю, что там уже надо поотключать, чтоб работал он железно двое суток. Хотя нет, знаю. Аппараты поддерживают беспроводную и быструю проводную зарядку. Адаптеров для теста последней у нас нет. Как нет у нас и нового быстрого Qi от Samsung, поэтому на оглашении данных характеристик мы, пожалуй, и закончим. А вот чего нет в iPhone XS, так это обратной индукционной зарядки, которой детище корейского гиганта в свою очередь обладает. Переходим к самому важному для зрителей разделу обзора. Камеры у S10 основных модулей 3, у XS 2. И там и там есть ширик и телевик. Третьим модулем в Samsung выступает сверхширокоугольник. По фоткам я, естественно, буду сравнивать только то, что можно сравнить, но наличие третьей камеры по умолчанию ставит плюс один к универсальности фоторужья корейского смартфона. Зум-фотки у аппаратов отличаются где-то так же, как и снимки с основных модулей, а именно не сильно. Главным образом отличия заключаются в постобработке, которая гробит гамму фоткам с 10S и превращает картинку с Galaxy S10 в рисунок, агрессивно замазывая шумы и попутно затирая текстуры. Если не испытывать камеры на прочность и не вдаваться в детали, то на этом все. Если же снимать в некомфортных условиях и рассматривать результаты внимательно, то S10 покажет, что он лучше работает с контровым светом, но четкость при съемке дальних объектов на бесконечности у него ниже. Экспозицию Samsung традиционно чуть завышает, поэтому все выглядит ярче, и за исключением ситуации съемки очень контрастных сцен, это всегда идет во вред. Ночные фотки я пересматривал раза 4 и до сих пор не могу сказать, кто лучше. То один затащит, то второй лучше снимет. Давайте сойдемся на том, что ничья, и поговорим о видео. Пишут его эти аппараты в 4К. В целом уровень в обоих случаях очень высокий. Есть переключение между объективами на ходу. На любой из аппаратов можно снимать в 60 FPS, но в чем же разница? Все просто, у яблока лучше стабилизация, следы ее работы есть, но они не бросаются в глаза. В то же время Galaxy дает чуть более резкий кадр. В общем, покупателю придется решать, чем он готов жертвовать. Получить все и сразу не выйдет. По фоткам с фронтальной камеры S10 почти обыгрывает 10S. Угол обзора шире, динамический диапазон тоже. Единственный критерий, по которому iPhone берет реванш, — четкость. В некоторых местах можно заметить, что у него детализация лучше, но если не кропать, то и этого вряд ли ощутить. Уже во втором сравнении подряд мне нужно рассказывать про звук через наушники в двух смартфонах, при том, что в одном из них нет мини-джек. Я этого не люблю. Если кратко, то чисто по памяти я вам скажу, что любой iPhone через фирменный переходник играет мерзко, потому Samsung даже при далеком от идеала звуке поет лучше. Что с ним не так, можете узнать из моего обзора. Ссылка на него есть в описании, а мы двигаемся дальше. В обоих случаях разговорные динамики орут вместе с основными мультимедийными, и получается почти нормальное, почти стерео. S10 издает чуть больше низких звуков, бас не играют оба. 10S вопит на максимальной громкости чуть тише. В итоге Samsung по звуку в целом лучше. Переходим к выводам. Топовая модификация Galaxy S10 при сравнении цен по всему рынку стоит дешевле старшего iPhone XS, и при том разница большая — $320. Базовая версия яблока в самом щедром магазине стоит на $170 дороже самого простого S10. Разрыв между ценами на официальные экземпляры — $150. За что мы переплачиваем? Из того, что очевидно, более высокое качество экрана, автономность и период актуальности. В остальном Samsung лучше, и при том еще и дешевле. Dual SIM, либо дополнительная память на выбор, широкоугольная камера, мини-джек разъем, Always On Display, обратная беспроводная зарядка. Да много чего здесь есть такого, чем яблоко не то, что не лучше, оно даже предложить альтернативу не может. Флагман Samsung в этом году опять получился довольно удачным, потому его покупку уже не нужно как-то особо оправдывать. iPhone же в очередной раз я могу посоветовать покупать тем, кто либо не любит часто менять смартфоны, либо обрастает прыщами от использования Android, либо пользуется компьютерами и планшетами Apple. Во всех остальных случаях зацикливаться на яблоке, как по мне, смысла особого нет.
нет. Ссылки на оба эти аппарата, как всегда, ждут вас в описании данного ролика на YouTube, и там же вы найдете линки на кэшбэк, который поможет экономить вам деньги на покупках в интернете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и заглядывайте к нам в социалки. Это все очень важно для нас. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.